Яңал телевидениех эфирында башқырт тілінде әдірленген яңалықтар сығарылшы. Студияла Лиана Билалова хаумағығыз. Республика күніне бағышланған традицион ауыл хужалығы Байрам Ярминкеге қоланың Бадар майданында 11 октябр күнді өтті. Онда шахси ярдамсы хужалықтары болған район халқы, хәм ауыл хужалығы тауары елештірусілер қатнашты. Олар үсін 90-дан ашу сауда урыны ұйыштырылған. Ушында ярминкелер яңаулылар арахында хәр вақыт популярлық менен пайдалана. Күбіхі үсін бұнда продукцияны табышынын алыр үсін мүмкінселек бар. Ассортимент түрліхінен яңы продукттардан башқа шылайық ағаз үзінтілері лә бар. Шылық вақытта байрам концерті барды. Ижади коллективтар яңаулылар үсін музыкаль номердар әдірлеген. Наярмы приехали предприятия с Чайковской области, с Пермского края. С Удмуртии приехали, представили свою продукцию в виде саженцев, капусты. Ну, наши личноспособные хозяйства тоже представили продукцию, как лук, капуста, морковь. Спросом все продукции пользуются, желающих много. И вот пожелание было от местных жителей, чтобы такие ярмарки организовывали почаще. Для этого мы вот сейчас уже обдумываем организовать не только еще одну, может еще две ярмарки как минимум организуем. Также, если коротко сказать о сельхозпроизводстве нашего района, этот год, как никогда, вот за последние 10 лет, он был самый сложный. Начиная с весны, погода нам преподнесла свои сюрпризы. Однако все сельхозпредприятия смогли запланированные площади отсеять на уровне прошлого года. И период, и летний период погода нас не баловала, тем более в осенний, в уборочный период. Но несмотря на все трудности, все сельхозтоваропроизводители благополучно завершили уборку и получили достойный урожай на уровне прошлого года. Ауыл хужалығы предприятиялары вакилдары бұл күнді шылайық башқалабыз үфілі өткен ярминкелелі қатнашты. Хауа тұршының оңайхыз болуына қарамастан, ярминке майданы шаугыр келіп тұра. Кімдер яңы хуйылған ит алып келген, әйкенсілері еміш елек, картоф тәғдім ете. Үстелдерді немегіне йоқ, тұзланған бешімек, балық, күнбағыш майы, ағас үсінтілері татлы бал. Хатып алысылар ашықмайын сағына сауда әреттері бұйлап ерей. Бөте тавар тоқтарға қалынған. Бұл хатып алысылар үсін бейкте оңайлы болды. Хәр кім өзіне керек таварды хатып ала алды. Бигректе зур храуменен яңаул помидордары, қияры һәм кәбістелері файдаланды. Шулай халық ісін үдішмәкәр артистар үдәрінің концерт номердарында әдірлеген. Күн хауық болуына қарамақтан керек нәмелерін алып, ысын күмілден күміл асып таралышты. Вот мы с Яновольского района приехали на сельскохозяйственную ярмарку, посвященную столетию образования нашей республики. Такой праздничный день. Небольшой дождь идет, но, однако, праздничное настроение от этого не портится. Сегодня от нашего района приехали 5 представителей. Это тепличный комбинат Янаульский, коптильня ИП Хабибрахмановы, коптильня Набилинского и 2 ЛПХ. Это сеть Кинеевского сельсовета и Янаульский, город Янаул. Также нас поддержал ООО «Силуэт», представили свою текстильную продукцию на нашей сельскохозяйственной ярмарке. Все, что выращивается на нашей земле, все представлено. Мы привезли из Янаула наши самые вкусные томаты, которые выращиваются на нашей земле. Также привезли картошку, лук, капусту и копченую продукцию. Мүңлеген кіші төп йор Башқұрдыстан символын тірелей башқарды. Шылай улар республика күнін білделені. Флешмобқа яңаулылар да қошылды. Ешлік физкультура хауықтыру комплексында өткен импровизацияланған концерт барышында бір несе тілді ердар яңғырап Башқұрдыстан халықтары бию башқарылды. Зур байрам менен яңаулыларды Башқұрттар құрылтайы урындағы Башқарма комитеті рәйісі Рафаэль Яхин құтланы. Ештер Харайының қойусы режиссері Алина Федосеева үсін бұл сара дебютлы болды. Оның әйтуінсі сара кәрәкілі кемелді өткәрілді. Готовились мы к нему не так уж и много, всего лишь 3 дня нам дали для того, чтобы подготовиться. Но при этом мы очень хорошо сделали программу, очень хорошо выступили все. Концертные номера мы готовили тоже очень быстро, никаких помарок, там, ничего во время концерта мы не заметили. В принципе, концерт такого уровня очень серьезный, и мы к нему подошли очень серьезно, поэтому и участники у нас со школ, сборные коллективы,
Это ансамбль «Мирас» выступал сегодня, «Карусель» выступала сегодня, подготовительная группа. И мы сами, работники Дворца молодежи, все сплоченно и в дружном коллективе сделали это мероприятие. Байрамдың финалы болу Башқұртстан Республикасының гимні башқарылды. Бүтә дөньяла христиан дине кешеләре тарафынан Пресвятая Богородица Покровы байрамы элек-электән билдәләнгән. Уны хөрмәтләйләр һәм яраталар. Ул дин һәм яклау символы. Православие календарында ул 14 октябрьгә билдәләнгән. Бөтә сиркәүләрдә ғибәдәт байрамы тап бүген үтә. Иверск Илинск сиркәүендә 14 октябрь көнде бөтә мәхәллә кешеләре йылды. Байрам тарихы үзенең тамырдары менән күптән үткән замандарга китә. 910 йылда Богородица үзенең катламы менән Константинопольді каплап, оны дұшмандардан яклай. Шул мәлдән Хүнкук батша бикәһе катламахы һәм уның православ киеме изгегә әүрелде. Ә халык бұл көнде хәтердә қалдырып, оны изге байрам булараҡ билдәләй башлана. Дорогие братья и сестры, всех вас я поздравляю с радостным праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот праздник берет основание с X века, когда Константинополь осаживали враги, сарацины, и люди, видя опасность, собрались в православном храме Константинополя во Влахернском, где лежала ризы Матери Божией, и там все коленопреклонно молили Господа и Матери Божией, чтобы Он защитил град Константинополь. И вот в 4 часу ночи святой Андрей, Христа ради юродивый, и ученик его Епифаний увидели, как Матери Божия вместе с сонмом многих ангелов и многих святых тоже стоит у престола Божьего и молится за людей. И Матерь Божия, встав, взяла свой амафор, это платок свой, и покрыла всех присутствующих там в храме людей. И это увидели вот Андрей Христа ради юродивый и ученик, которые были духовные очи и видели такое видение, что Матерь Божия умолила Господа, защитила ихний град. Этот праздник в нашей на Руси прижился где-то в XII веке, когда князь Андрей Боголюбский много тоже по молитвам Матери Божией победил в разных войнах, и Матерь Божия помогала в разных сражениях. Так и мы сегодня, вспоминая то событие, собираемся в храмах, как много лет назад, и молим Матери Божией, чтобы она была молитвенницей, ходатайницей перед Богом за людей нас и также взяла под свой покров. Из этого всех православных христиан я поздравляю с праздником Матери Божией, желаю Божьей помощи и Матери Божией заступничества. С праздником всех вас! Ұшының мінен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, хау болығыд.